Лес, старые ботеки. Мы давно-давно здесь не были. Опята когда-то собирали по осени, а сейчас уже ноябрь. И в городе появились опята. Недалеко от нашего дома на горочке у дороги много-много жирных, толстых. Такие хорошие опята, чистые. И у нас трое бомжов, две мадамы и парень собирали ведрами эти опята вчера. И мы решили проверить, есть ли здесь опята. Денежки. Грибы, калибии. Их растет сразу очень много. Вот тот вот светленький полянка. Лес, калибии попадаются. В городе столько опят. Такие опята мы по лесу прошли здесь. Ничего такого, даже рядовок нету. Не видно. Ну вот они, калибии только. Зачем они нам надо? Я люблю сейчас рядовки собирать. Настоящие серые, не мышиные, а серые, штриховатые, хорошие. Ну вот. А здесь, помимо этих калибий, даже рядовок не видно. Ладно, что поделать. Поедем дальше, поедем в другой лес. Ой-ой-ой. Деревья упали. Грибочек. Все-таки надо посмотреть, как он называется. Так я и не знаю до сих пор. Красиво. Калибии здесь светленькие, коричневенькие. Такие трутовики. Вот такие желтые, большие. Листья шуршат. Листья падают, а я уже побаиваюсь, думаю, хоть бы кто-нибудь не прибежал ко мне, потому что Маугли вон там, а я здесь. Надо к нему поближе. Конечно, свое дело знают, они работают. И что, как работают? Вот как хорошо они работают. И тут тоже. Ну, красота какая. Я здесь уже снимала, я это видела. Вот такие они, хорошие, живучие. Они подрастают, были поменьше. Как кораллы, как какие-нибудь креветки такого цвета красивого. И наверху, ну, листики. И наверху здесь немножко. Вот красиво как. Очень супер-супер. Да. Царство, государство какое-то заколдованное. Ой-ой-ой. Ночью здесь весело бывает. Наверное, все черти собираются отдохнуть и повеселиться. Продолжают расти и радовать лесных жителей. Не буду у них забирать остатки веселок. Пусть они и доедают ее. Да. Пчелка, упавшая невдалеке. Я их тоже брать не буду никаких. Не нужны мне. Еще красивые грибочки. Ну ладно. Пойдем на выход и поедем в другой лес. Здесь нам больше делать нечего. Что ж, калибия темненькая. А пластинки у нее все равно светленькие, беленькие. Рыбка заедает. Ну, пусть она ее и доедает. Не буду говорить, зачем. Пенечки, какие-то грибочки. Ну, это же и похоже на опята. Ну, но это не опята, скорее всего. Они мне и не надо. Такие опята. Это здесь, смотрю, грибы. Это, наверное, рядовка клейкая. Рядовка клейкая. Мы заканчиваем. Всем пока-пока и до встречи.